Всем привет, друзья, вы на канале Харабы, и сегодня очередной выпуск нашей рубрики «Один день с человеком из автобизнеса». Сегодняшний наш герой никому неизвестный, не медийный чувак. Почему он стал героем, я думаю, вы поймете, посмотрев наш ролик. Зовут его Александр, погнали к Саше домой, потому что он ждет у нас минут уже 30. Прибрался, говорит, на хате специально. Поэтому давайте начнем наш выпуск. Это же типа Перик, новая школа. Чувак кайфует, тусит. Мне херово, место 2, с кентом девчонок не посадишь. С 30 тысяч рублей до 30 миллионов рублей. Я просто сейчас в шоке стою. С Майбаха холодильник спиздил и сотку поднял. Блять, хотел с ним замутить, она с парнем живет. Арик? Нет. Ай, бля. Не, ну вы приехали, время ваше. Цена сразу другая. У меня инстаграм, половина девчонок, с которыми я познакомился, половина чуваки, которым я тачки продал. Теслы, паршаки. А какой самый большой доход был на тачке? Порядка миллиона было, бунтайга. Вот тебе по кайфу такая жизнь, перекупа? Да не плачь, не плачь. Миссия Хараба, чтобы быть перекупом, стало секси. 1000 лайков набираем, с нас один день на лютом SL купе, Габриэль Лет. Крутил пробеги? Да. Салам алейкум, бля. Алейкум салам. Ты скажи честно, бля, уборку вызвал на хату в лесу? Первый раз за полгода убрался хоть. Спасибо, смотри, как подготовился. Красиво нахуй двигаешься, бля. Я, короче, просто сел, смотрю, блядь, какая чистая хата, типа, заебись. Слушай, у тебя вид охуенный, это ты отсюда в 7:40 утра скидывал видос, да? Все, я ложусь спать, завтра буду готов, бля. Ну, лег я попозже, если честно. Объясним зрителям, почему Саша герой. Бля, посмотрите, просто Перик, понял? Обстановку, потому знаете, это Перик. Потому что подписчиков больше, чем в инстаграме. Что за кепка у тебя ЛДПР? Ёб твою душу, блядь, ты чё это, типа? Да ладно, нормально, всем девчонкам нравится, они сразу с ней фоткаться начинают. Долго думали, кого показывать, ну, там, в этой рубрике. Идея в чем, почему мы к тебе обратились? Потому что ты не похож на перекупа. Вообще никак. Ну, то есть, ни образ, ни стиль, ни тот сегмент, потому что ты занимаешься дорогими тачками, при этом занимаешься тачками, которые, знаешь, ну, типа, статистику не изучал, но мне кажется, в твоем сегменте перекупа практически нет. Но да не, могу... не, слушай, дофига наоборот. Но, видишь, это, типа, для меня просто незнакомо. Вот я слежу за твоим инстаграмом, это же, типа, Перик, нового поколения, новая школа, типа, чувак кайфует, тусит, ты же еще бегаешь. Да, ты знаешь, сколько мне лет? Сколько тебе лет? Я 90-го года. Ну, на год младше. Ну, да, просто ты... думаю, знаешь, что мне, типа, года 23, да, и да. Ты так начал, типа, кайфует, тусит, как будто мне 23 года, но ну, мы-то уже же, почти ну... одного возраста. Ну, так и есть же, на самом деле. Ну, да. Просто образ перекупа же, он какой? Это барыга, блядь, это, типа, там, 200 тысяч рублей тачки. Audi Сила, Mercedes Могила. Химчистки, там, знаешь, за 4,5 тысячи рублей. Слушай, ну, короче, в 22-м году в марте СВОшка началась. Ага. И, короче, снова начали приезжать там казахи, армяне, короче, да. Нам тачки покупать. Приехали казахи покупать у меня Майбах. В багажник они не залазили. То есть холодильник они не видели, есть он или нет. Я его снял, за сотку потом продал. Какой хитрый человек. Так что... Да, Дима, с Майбаха холодильник спиздил и сотку поднял. Нет, так-то я нормальный перекуп, но все равно дешево было. Как бы, что им, холодильник есть, холодильник нет. Дорогу светят фары с класса 6.3 летит по трассе наш зеленый, общий красный левый. Скажи, пожалуйста, вот ты начинал с какого сегмента и сколько у тебя денег было? У меня вот 18 лет, я накопил, у меня было на первую машину 140 тысяч рублей. Тогда это был Focus 2000 года, слегка, короче, битый слева, но он был на ходу. 2009 год, сейчас они стоят столько же, да, реально. Да. 200 тысяч там плюс-минус они стоят. Батя постоянно, когда какую-нибудь тачку брал, а ты знаешь, когда ты не на опыте, ты берешь всякое говно, да? И батя мне с каждой тачкой говорил: Сань, отдавай, главное не в минус, главное сильно в минус не уйди. И на каждой тачке он это говорил, где там по 50, по 100 тысяч зарабатывал. Зашли к Саше в кабинет Авитовский. Во-первых, он там не Саша, а Андрей. Странно. Ладно, я Кирилл. Но он-то что, Андрей? Колеса там, все дела. Вот тачки его. СЛ-ка 17-го года. Кабрик.
Он говорит, на стоп-учете не хочет выезжать в город, сейчас мы его уболтаем. Коляска тут, короче, Каены продаются. Я думаю, дай-ка посмотрю, о чем напродавал-то. Теслы, Паршаки, Бентайга. О, пожалуйста, нормально двигается пацан. Фоточки у него там, знаешь, типа дача, типа там, ну, много машин, вот, пожалуйста. И смотрю. О! Типа, Лада Веста, 905 тысяч рублей. Оказывается-то он не настоящий люкс. Нет, да и проскакивает. Это просто на сдачу, наверное. На сдачу от Бентли или Каена какого-нибудь. Чисто на механике, короче, да. Чисто вот, ну, белое, с кондером просто вот. 84 отзыва, 4,9 рейтинг. Ну, во-первых, негативных всего один, прикинь. Не рекомендую. Андрей, вежлив и приятен вообще, но на этом все. Вообще, у меня батя, у него была разборка по лансерам. Еще лансеры, которые были, знаешь, там 90-х годов, вот эти старые. Ну и как так, мне кажется, он любовь к тачкам привил. И первую тачку купил, мне было 17 лет, я с парнем купил первую тачку, у него уже права были, ему были 18. Девятку взяли. На первой машине, кстати, мы попали в минус, и потом за все вот это время еще было пару минусов. И это, типа, всегда ты этим занимался? Ну, я, плюс-минус. Короче, профессионально я начал заниматься, когда в 2014 году универ закончил. И тогда уже я понял, что, в принципе, нефтегазовый Губкина закончил. Губкина? Да. Прикладная математика, компьютерное моделирование. Ну, я понял, короче, что за компом сидеть – это не для меня. Ну и, в принципе, я там по спорту уже двигался. Ну, короче, уже учеба нормально не входила. Хотя я, кстати, поступал в МГУ, и у меня серебряная медаль в школе вообще. Ну, типа так-то я умный был. Я бате звоню, говорю, бать, коробку как проверить, автомат? Он говорит, ну, в Д включаешь, типа едет вперед, значит, заебись. Р заднюю включаешь, назад едет, кайф. То есть я вообще не разбирался, и первые года три, наверное, я просто покупал тачки, вообще не разбираясь. Ну, плюс еще автотек, ничего не было. Но тогда я занимался тачками там по 50, по 100 тысяч. Это тупо вот эти времена, когда, знаешь, там тачка выстреливает, ее там в первую минуту надо звонить, срочно ехать. Мне вот что сейчас премиалки нравится, что такого нету. Потому что, ну, мне реально, я не хочу жить вот постоянно вот в этом стреме, что ты едешь, приезжаешь, а он тебе говорит, извини, уже продали. Ну, мне реально это не нравилось, никак, типа, это, ну, геморрой. Когда ты по телефону дозваниваешься первым, есть определенный ряд манипуляций в скрипте разговора, так, чтобы реально снизить вероятность того, что он соскочит. Ну, а слушай, она все равно есть, а да. Мне, ну, короче, это, ну, мне не просто, нравится. Ты просто, типа, по-ленивому хочешь покупать, никуда не спеша. Ну, да. На заправку заехать, кофе приехали. Купить там. Не, ну, кстати, знаешь, когда там лет 20 было, куда-нибудь за тачкой едешь, куда-нибудь там, типа, ну, там за городом, едешь, короче, какая-нибудь тачка тоже едет, и ты всегда, знаешь, думаешь, типа, бля, он тоже за этой тачкой, надо его, типа, обогнать. У меня, я тебе клянусь, реально, у меня сейчас такая же хуйня, типа, есть. Да-да-да, нереально, где-нибудь в какой-нибудь глуши едет чувак быстро, ты такой, да. Ебать, это точно за моей тачкой, и начинаешь с ним гоняться, 100% так, и... ночью особенно, бля. Это твоя хата, ты здесь, типа, ну, кайфуешь, ну, живешь, типа, да. Наслаждаешься. Да, базару нет, стиль. Слушай, Макс, посмотри, бля, нормально, да? Полы я не мыл, поэтому ваши белые носки, им пизда. Вопрос, давай, пока мы здесь, вот это что за суета, можешь рассказать, типа? Ну, я в 20, короче, когда СВОшка началась, я с легкой атлетикой завязал. Потому что, ну, короче, когда в стране кризис, у перекупа все четко. Да. То есть курс, типа, прыгает, к нам все приезжают с долларами, казахи, армяне, белорусы. Да и в целом внутри тоже люди начинают. Ну, да, скидывать бабки. Короче, у меня последние соревнования были в феврале 22 года, как раз с числа 26-го. 3 месяца я просто каждый день что-то покупал, продавал, и не было времени. А потом уже в летом я начал в этой квартире ремонт делать. И, короче, так получилось, что я просто до зимы уже, ну, так, тренировался, чисто в зал ходил пару раз в неделю. А можешь сказать, типа, ну, вот, я это видел там периодически, что ты на каких-то больших соревнованиях, у тебя какой-то разряд там, но... не знаю, звание, чемпионство. Ну, у меня вообще КМС, но иногда я говорю, что я МС. Но это всегда, короче. По утрам, короче, в 5 утра вот здесь вот, когда кепки примеряет. Нет, там, да? Я МСМК. А, мастер международного, все понял. Красиво двигается. Знаешь, перек, ёба. Это же перек, он и в Африке перек, понял? Да. Красиво, вот это, бля, перекупская лютая тема. Пиво, блядь, холодный чай,
еще где пиво? Ролла, а где? Да, а, еще пиво. Внизу пиво. Я, знаешь, что, я здесь стою в хате, короче, и у меня такое ощущение, что, типа, это Аквялис, только московский, понял? На максималке. Бля, тяжелый люкс, короче, Аквялис. Потому что ты, если смотрел у Миши, у него примерно такая же обстановка, только, бля, чуть-чуть, ну, по-питерски. 140 ты начал, вот, 18 лет, потом, ну, профессионально так... Полноценно ты после универа начал, говоришь, 23 тебе было, да? Там, короче, после универа, да, 14-й год, тоже движуха с курсом была. Да. В конце года, тогда я еще нормально так денег поднял, и получается в 15-м году, когда движуха в марте упала, я первую хату купил в Химках, и налички мало было на выкуп. И вот тогда мы с Андрюхой познакомились, с кем вот мы сейчас занимаемся, вот с 15-го года до сих пор. Я квартиру купил, и у меня налички там мало, типа, знаешь, ну там миллион был. И вот мы как раз с Андрюхой познакомились, а он, ну тоже, как бы ему машина нравится. Мы там на первую машину скинулись, и потом он как бы видит, что тема нормальная, и как бы там больше и больше все инвестиции идут. У зрителя возникнет 100% вопрос. Типа, чего вы показываете этого перекупа, у которого 100 пудов есть там богатые родители, которые дали ему много денег, и с этих много денег, конечно, можно зарабатывать так же много. Мне, я честно, типа, ну, интересно понять, вот ты с чего начинал в 22-23 году, с какой суммы, с какого бюджета, и до какого дошел? В 22-23? В 22-23 года. Очень важный комментарий. Вот ты говоришь, если у тебя много денег изначально, легко зарабатывать. Да. Очень важная мысль, что это ни хера не так. Ты должен... Вот прикинь, чувак вообще тачками не занимался, ему дали там 30 миллионов, да. У тебя должен быть опыт в плане даже юридический. Он эти 30 лямов может просто просрать в один момент. Согласен. И это очень важно, что надо самому вот именно с низов зарабатывать, чтобы вот это все понимать. Да. Либо с кем-то, кто опытный, кто тебя научит этому. Ну да, короче, если просто вот рандомному чуваку, даже который занимался там машинами за 500 тысяч, дай ему 50 миллионов, это опасно. Он реально может проебать эти 50 миллионов. Здорово, Андрей. Ты почему на Авито, Андрей? Потому что мы вдвоем с Андреем занимаемся. И это изначально мы на двух аккаунтах тачки продавали. Просто я на своем продавал типа дешевые, он на своем дорогие. И мы, короче, два аккаунта в один совместили. Ты «Ладу Весту» в Авито-магазине на сдачу купил от «Бентайги»? «Ладу Весту», короче, была тем, что я покупал пакет 10 размещений. У меня одно оставалось бесплатное, типа. И я кенту просто предложил разместить на мой аккаунт. И все. В итоге я так объебался, типа, с этим вообще жестко, короче. Единственный хуевый отзыв у меня за эту ссаную Весту. Там в конце отзыва единица. Без оценки. Да. У меня была единица, короче, я позвонил, да. Чувак просто не приезжал. Чувак, знаешь, он по-русски не алё, типа. Говорит, что крашно, мы ему там говорим, что крашно, что с пробегом, мы ему, ну, там родной был. И в итоге он просто пишет какую-то херню. И, кстати, у меня на плохие отзывы ответы пишет Андрей, он культурный человек, в отличие от меня, и он всегда красиво отвечает. Знаешь, на Авито еще главное, как на отзывы, кто отвечает на плохие. Если на плохой отзыв чувак пишет, типа, о, ты сам дебил, типа, то понятно. А когда ты красиво отвечаешь, это прям я сам кайфую с отзывов, там один плохой есть. Я видел, и одна четверка у тебя, остальные пятерки. Да? Ну, четверка, это пальцем ошилась, ну, промахнулась. Да. Вот, кстати, на плохой отзыв он, кстати, красиво ответил. Я думал, с ним на Патрике поеду, на его кабрике. Что за кабриолет у тебя? Ну, SL Merz. Ну, на продаже тоже не мой. Ну, а в комиссии? Или... Не, мне комиссия вообще не занимаюсь этим. Меня не сколько стоит. У тебя машин? Ну, в продаже 5 сейчас. Общий бюджет какой? Капитал? Ну, да ладно, мы... больше 20. Хуя себе. Ну, на самом деле, это, кстати, еще ошибка перекупов, которые, знаешь, там, допустим, 500 накопили, и вот именно берут за 500 тысяч машины, мне кажется, вот именно вот бюджетными. Короче, все думают, что я занимаюсь премиалкой, и не предлагают мне какие-то дешевые. Вся соль дешевыми там всякими солярисами, и можно, знаешь, купить типа за 100, продать за 200, ну, образно, да? Когда машина, вот 8 миллионов ты взял, все думают, что там ты с нее 500 миллион стабильно прикуришь, но это вообще не так. Да? Типа, когда даже вот если рынок 8, она выходит на полляма ниже рынка, там уже очередь, как на Солярисе, на самом деле. Дилерские, наверное, очередь, да? Или при физике? Да не, не, и физиков. А если, допустим, она стоит 8, а вышла за 7, уже, как бы, скорее всего, вообще какой-то тип мошенничества. Ну, то есть нет такого, что, типа, зарабатывают кучу денег с машин.
Владимир Сергеевич. Да, да, типа того, да. Лучший продажник наш, кстати. Ага. Не, серьезно. Да? Вот. Колеса вчера продали. Девчонки. Много раз, кстати, было, когда, короче, приезжают клиенты. Ну, Владимир Сергеевич показывает, короче, и на час все пропадают. И типа мы звоним клиентам, говорим, ну вы что там купили или нет? Они говорят, да мы уже типа час назад купили, чисто уже час с ним просто там общаемся. Это кепка моряка где? Я при работе. Я же правильно понимаю, что в целом в дорогих автомобилях кто-то сильно, короче, результат, успех зависит от того, как ты разбираешься в товаре, да, ну то есть типа комплектации. Ну, комплектации, конечно, но, кстати, смотри, в чем плюс заниматься, ну, такими относительно свежими машинами, ну, в принципе, ну, короче, допустим, да, 3 года машине, они, в принципе, все нормальные по состоянию, mm-hmm. по технике, то есть я даже лаунч, ну, на самом деле, я так на отъебись смотрю. Mm-hmm. Вот, те же BMW, да, вот эти X5, X6 дизельные, они до 200 тысяч там ничего не бывает. В этом как бы плюс, что, знаешь, мы когда на подъемник на дилер нас просят загнать, на дилер, не на дилер. Дилер, кстати, вообще ни хера не смотрит, нам нравится, когда все на дилер просят, там все нормально. Угу. Еще, кстати, есть прикол, все такие наивные, типа, ну что, на диагностику к дилеру поедем? Мы такие, да, говно, вопрос, погнали. Потом они узнают, что это стоит 25-30 тысяч рублей, и такие, мы что-то передумали, мы в гаражи поедем, и мы едем в гаражи, блин. Я просто к чему говорю, что это совет для перекупов, которых думают там пойти в этот сегмент, у кого есть такая возможность, да, типа, пацаны, тут уже прозвучало, да, про то, что можно тридцатку всадить легко и быстро, и типа, и потом жалеть. Сильно надо разбираться в товаре, в комплектациях, в особенностях, я не знаю, в опциях, которые типа только через, наверное, опыт приходят. Смотри, ну, то есть, я в Каенах вообще не понимаю, но ты же можешь сказать, чем отличается один Каен от второго? Ну, конечно, знаешь, прикольная еще тема, всегда какой-нибудь BMW, Mercedes, Porsche, везде написано максимальная комплектация, да, а да. Когда ты знаешь все мелочи, ты просто понимаешь, что там половины нет, все равно никогда нельзя вот во всем разбираться. Допустим, вот Porsche, один турбач, у них своя продажа. Вот я занимаюсь, мы сейчас, у нас 2 турбача, они у нас зависли. То есть мы как бы до сих пор во всем не разбираемся. Угу. И многое мы берем просто на рандом. У тебя в 4, ты говорил, через 15-20 минут должен подъехать человек, сейчас показать машину или купить? Купить, я думаю, сейчас не получится, потому что я хочу по цене как бы его как бы скинуть еще 1000 на 200, на 300. Там угу. Бэха семерка. Ну, вообще, я хотел от нее отказаться, на самом деле, но он сам говорит, типа, я сам подъеду, поэтому как бы, ну... То есть хозяин просто к тебе сам привозит машину? Ну да, вот. Но на самом деле... И ты деле... еще выебываешься, типа, блядь, не хочу. Слушай, я последний раз, когда не выебывался, я взял Камри, это типа, ну, в таком бюджете это вообще давно не занимался. Короче... Это какой бюджет, давай, чтобы в доме двух, ну, в смысле, да? До 2 миллионов. До 2. Короче, Камри, 19-й год, 2,5, ты шаришь немного сейчас? Чуть-чуть, я в Камри не сильно, но... Короче, старт, 2 ляма, ну, на таксишные, ну, они как бы по низу, да. Все такси, это то же самое, что полы и все прочее. Пробег в базе не спален, но да. Там вообще на щитке 69, по факту, я думаю, где-то 300, ну, я говорю, типа 200 на Авито. Ну, как бы, ага. Вся, короче, крашеная, кроме крыши и крышки багажника, и я ее взял, лям 750. Ну, старт как бы 2. Да. Я подумал, что сотку прикурю, и 1850 норм. В итоге у меня просто, типа, в личке перепись Дагестана, типа, которые думают, что она, типа, не Б, не К, они купят у меня за лям 850 и продадут за 2300. Я вот реально, короче, устал уже. А пробег, ты говоришь, там реально 300, или это твое предположение, что оно 300? Ну, я думаю, что где-то 200. Она, короче, с 19 по 21 год была в такси, а, ну, по 22 это я на вид говорю, что по 21. Вырежете это ходим. Мы за честных перекупов заебал. Скажи. Нет. Я говорю. Он говорит честно, значит, он честный перекуп. Нам. А на Авито нет. Не, на Авито, кстати, по Камри именно у меня Авито проверка приезжала, которая все фоткала. И как бы, ну, ко мне приезжают проверки, и так что все четко. Вот. Но с пробегом я, конечно, там наебал. Типа, я разместил, написал не тот. Сейчас я реабилитируюсь, потому что на щитке 69, что-то на 75,
Ну, я его 77 указал, чтобы, короче, это... Ну, чтобы понял, не было пробег скручен. Да. Но при этом по телефону говоришь... Это, кстати, интересный лайфхак. Вот когда вы покупаете тачку, на которой кто-то скрутил пробег, ну, очевидно, видно, но скрутил под базу, ну, типа, под автотеку. И типа, и вот тут все начинают, то я же, типа, что она, типа, в автотеке же не бьется. Лично мое мнение, что я всем говорю, когда вот я знаю, что она скручена, да, но при этом на щитке стоит пробег меньше, я говорю о том, что реально сильно больше. Главное всем говорить про пробег, но чтобы это, они, типа, понимали. Это, конечно. Ну, кстати, вот из-за отзывов на Авито реально сейчас даже нахер никого не послать. Ну, типа, ты вообще не видел у меня в сторис, у меня раньше, я, короче, выкладывал я видел всякие, кучу, короче, скриншотов, типа, просто, где мне что-то там предъявляют, я говорю, иди нахер, типа, пишу свой номер. В итоге, короче, типа, даже скидывал адрес, никто не приезжал, но сейчас я вот уже, знаешь, как служба поддержки Тинькова, типа, никому не грублю, типа, здравствуйте, там, даже когда обмен на лошадей, там, предлагают на фуру на таможне, ну, короче, сейчас уже культурненько так. Блять, по камере звонят, пацаны, снимайте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Машину продаете? Да. И сколько окончательно стоит? Скидка 15 тысяч или 100 тысяч, в зависимости от времени, когда вы купите. А, у вас кредит, да? Нет, все, цена указана без скрытых платежей, без кредитов, трейдинов. Собственник вы, да. Не, я занимаюсь продажами. Да? Занимаюсь продажами. А так, 1 950 000 там написано, да? Или 915? 915. 15, ага. А как отдать 1 000 000? Сколько? Ну, 1 850 000. 850 это не, дорого. А, ну старт вообще-то 2 миллиона. Это в смысле именно для вас дорого или для рынка? Для меня дорого. А, ну что поделать, извините. 1 800 000 это окончательно, да? 1 865 000 тут, извините, вот сейчас этот начальник позвонил, сказал 65 только. 50, если с трейдином. Ладно, хорошо, спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. Так, я тебя не культурно, наверное, да? Чего? Мне что-то не... Ну, с женщиной, ну, как бы... Не, нормально. Она не знает, что он такси, она не знает, что у нее пробег, как бы, 77 указан, и она просто торгуется. Чисто просто, так надо, так принято. Да, ну, это дорого. Ну, да. Вот, короче, вот такие дела. Пойдем камеру смотреть. Какой он год? 19-й, 2,5. Шутки про отпечатки пальцев маляра актуальные. Короче, видишь, шагрень жесткая, понял? Да, это, и вид она портит. Вся в корке, бля. Ну вот, да. Комплектация какая у нее? С такси. Ебать, на крыше тут что, бля, кошки ебали, что ли? Ну, салон, она на ткани, прикинь. Ну, я предположил, да. Сколько стоит оригинальный датчик тормозных колодок на Mercedes 222? В упаковочке все как надо. Ну, сколько? Оригинальный? Да. Ну, я не знаю, раз ты спрашиваешь, ну, давай 90 тысяч. Я не видел. 110 рублей. Бля, мне типа кажется, все перекупы, знаешь, нравится, когда что-нибудь за 100 рублей покупаешь, а тут шильник Мерседес там сидела. Это же 70-ка, правильно же? Ну да. Автомат. Именно 2,5, да, сделал? Я сделал, кстати, и двушки тоже. Давай уберем двушки. Ну, кстати, не, по двушкам тоже рынок. Я тут, ну, типа, ну, я не знаю, могу убрать. Ну, окей, окей, похер, давай. 45 дней отсечка, то есть, типа, больше полтора месяца продается. Ну, левак, да. Пробег 250, ну, да, но, да, было. Да, там и... все равно больше ни у кого нет, хотя... Да, я убрал вот это без ДТП и так далее, ну, давай, без... и, ну, здесь там 4 ДТП, поэтому неприменимо. Можно поставить чисто такси по автотеке, понял, вот в одну... Это что за приложение, брат? Брат, блядь. А что ты не пользуешься, это? Что? Хорошее. Не слышишь, что? Хорошее, что ли? Не слышал, что ли? Реально, если вот Ляму 730 старт, да. Они, мне кажется, все в салонах стоят, типа частных. Ну вот, смотри. Не, это давай, надо... давай так. Минуту потратим времени. Вот Лям 430, понятно, что это говно. Минимум, да. Лям 700. Давай уберем вот так, исключить, чтобы оно вообще мимо. Это двухлитровая. Ну, короче, 19-й типа... 19-й год. В пленке, ну, блядь, ну, кстати, да. Такого вот еще не было. Вот 19-й год, тоже самая двушка. Тоже токсичная. Камри на 2,5, вот он, рынок, 2,5. Типа... Салон пришел. Ну, в салоне первая цена, это, кстати, даже, по-моему, какой-то уебищный салон. Это даже не Рольф, это... Ну, ты сам видишь, что фотки, да, говно.
Да, как нет. бы это все кривота. Один. Бля, а у тебя пиздец, нет, он леденец. Нет, нет, не в плане там битая, крашеная. Я понял, что она не существует. Ну, типа, но... цена в кредит, я сюда. Ну, да. Думаю, вот, ну, реально, типа, вот 19-й год, 2,5. Да. 2 миллиона, как я и говорил. То есть... Ну, ее продажа, подконечник продажа. Нет, 2 ляма старт на таксишный. Ну, короче, 1,8, типа, но она должна, 1,850 должна, мне кажется, стоить. Fuck off, fuck sleep, come clean, zone. Can't forget that I'm golden. Can't forget what I'm... Я правильно же понимаю, вот я когда видел твои фотографии, тачек, ну, с того, когда переписывались, локация, конечно, ну, лютая с точки зрения, вот, ты продаешь Мерс, а стоят на фоне Каены. Ну, типа, это вот, ну, да, как да, быстро до да. тебя, ну, пришла эта идея? То есть, да, это... ко мне не пришла, это вот, ну, Владимир Сергеевич, отца Андрея дома, и просто мы, типа, начали... фоткать здесь и все фотки. Многие, кстати, путают с Гагарин авто локацию. Знаешь Гагарин авто? Да, 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 знаю, да. Они все стоят здесь и показывают, короче, батя Андрея. Ну, прям, ну, пиздатый мужик. Ты конечно. Знаешь, он прям располагает. Конечно. Вот. И плюс даже он, плюс локация, плюс все это... Короче, у нас стоит... Плюс 50% к продажам. Да, блин, сотка. Короче, у дома стоит только какое-нибудь говно Камри. Это чисто, знаешь, что Владимир Сергеевич это говно не показывал. Типа, ну... Ну, реально, объективно, как бы, чё смысл? У меня вот все же вернемся к вопросу. Вот ты когда закончил универ и начал заниматься тачками, ты, если я правильно тебя понял, там в силу определенных обстоятельств у тебя было немного кэша. Вот, грубо говоря, старт твой был с Андреем вдвоем. Сколько у вас денег было, когда вот профессионально, ну, по-нормальному начали заниматься? Плюс-минус. Слушай, ну, да я думаю, 2 ляма было. Суммарно, да? По ляму с каждого. А? По ляму с каждого. Да. Ну, там, кстати, там у Андрюхи было больше денег, ну, да. Да. А сейчас суммарно у вас ты озвучил 20. Ну, лишним, короче... Сколько капитал? Просто, ну, 25-30, типа, где-то так. 25-30. Под тридцатку. И это все на тачках вы поднимали? То есть ты там, я не знаю, не выиграл какой-то джекпот, блядь, и привлек. Просто с 2 до 25 за 10 лет, за 5 лет. Нет, 10. 15, ну, 8 лет получается. За 8 лет, да. Ну, кстати, еще, я же сказал, 18 лет у меня было 140, но вот эти 140 до 18, но я 30-ку взял у бати на первую тачку. 30 тысяч рублей? Да, то есть 110, 18 я же заработал сам. С 30 тысяч рублей до 30 миллионов рублей. Красиво звучит? Бля, туши. Пиздец. За 15 лет, да? Ну, получается, да. Да, чуть меньше. Здесь, понятно, не весь твой капитал, правильно? Ну, конечно. Да. Ну, а это еще Камри у тебя четвертая. Камри четвертая и пятая. Ну, у нас еще турбач один в сервисе сейчас. У меня, короче, позавчера на этом Каене аккумулятор сломался. Он новый стоит у дилера 300, а вид 150. Я починил за 15. А на том, короче, стартер отвалился. Ага. То есть, понял, вот это старт-стоп галимая тема. На одном аккуму, на другом стартер. Вообще залупа. То есть, у тебя еще два Каена там? Не, один. Один турбач, Камри... Да. Ну, все получается. Все, да. Давай расскажи, ну, типа, давай по этим тачкам чуть-чуть, как бы. Она на стоп-учете, правильно? Как да. с Питера? Как давно она в продаже? Вот проблема люкса, что долгая продажа, это тебя беспокоит? Ну, когда у тебя уже нормальный бюджет, мы многие... Арик? Нет. Ай, бля. Еще раз. Арик? Нет. Скажи, да, вам уставим. Арик? Нет. Слышь, кстати, клянусь, я, короче, похуй. Короче... Типа, я знал, что будет вопрос, я же просто, ну, типа, знаешь, ссылку на интервью в Инстаграме же надо выложить, а там же половина девчонок. Ну. Короче, ну, все мои близкие знают, что это, типа, не оригинал, но все девчонки знают, что это оригинал. Конечно. Как бы сделать, чтобы и тем угодить? Да не, я просто сейчас в шоке стою. Типа, какой вариант выбрать? Давайте, типа, что, Саша, что вы сказали вы, когда... Нет. Конечно, оригумом, бля, а когда не оригум, бля, вот так ответить. Если девчонка из твоего инстаграма досмотрела до этого момента, то ей похуй, это ориг или нет. Вот так, понял, по-философски отнесись. Не, главное, чтобы пацаны знали, что не пиздобол. Да. Телки рано или поздно и так узнают, что не ориг. Да. Короче, про оборачиваемость. Типа в тяжелых тачках. Так, короче. В моем натуре
загрузился из-за Рика. Такой понял, компел. Можешь пойти, можешь прогуляться, подышать чуть-чуть. Я тебя подотпустил. История с часами. Давай, мы дальше можем пойти, братан. Не только на часах остановиться. Да, не плачь, не плачь. Все нормально. Тачки-то точно о Риге. Слезу, укрупни слезу. Укрупнил. Сейчас на самом деле стоят тачки, все, которые зависли, потому что декабрь-январь курс чуть подрос, спрос пошел. В сентябре мобилизация же упал спрос, декабрь-январь-февраль пошел. Когда ты постоянно продаешь, уже пофиг, что брать. За этим я в Питер, короче, он был в Питере, я подумал, хочу в Питер скататься за тачкой. Типа, мне предложили на него нормальную цену, я не был уверен, что он уйдет. Как бы цена пиздатая, но все воздуханы просто. Просто в Питер скатался. И причем я только начал общаться с девочкой. Я говорю, типа, погнали завтра в Питер. И, типа, я сейчас билеты организую. Она такая, погнали, типа. И мы с кайфом с ней съездили в Питер. Как когда было? Месяца полтора. Ну, месяца два назад. Общаешься с ней? Нет. Сколько она стоит? Короче, я ее взял 5,8, а на них рынок на миллион дороже. У нее, почему мы не едем на Патрике, один хозяин, родной пробег 25 тысяч, и просто сейчас, ну, на ней номера снимут, на учет ее ставить надо будет, ну, короче, геморрой будет. А год какой у нее? 17-й год. И 25 тысяч пробег. Да. Рынок, короче, ты говоришь, 5,8 закуп, а рынок? На миллион, короче, рынок больше, выше стоит, ну, и то даже... Даже, по-моему, 7. Короче, 5,8 взял, 6,399 она стоит. Ага. Следующая цена 7,100, но там красная тачка. Да, приветствую. А вы через сколько будете? Да, Саша. Через сколько будете? А я уже на месте. А вы нашли там, где? Раньше выехал. А, так вы... на парковке. А, все, вижу. Сейчас я тогда выйду. Угу, давайте. У тебя сейчас, ты говоришь, 5 машин, да? Я хотел вам Сузуки показать, потому что я его купил за 570 тысяч. Чисто колеса возить. И он прям реально охеренный. Вот я не... Мы его так уже посмотрели снаружи. Ну, он прям, согласись, да? Да. Он взгляды собирает, типа, вот прям, ну... А ты его чисто под колеса или он в продажу? Короче, у меня просто вот Cayenne. У меня есть такая тема перекупская, что у меня пробег в год должен быть 10 тысяч километров. Ну, типа, знаешь, если ты на нем 30-ку проезжаешь, во-первых, уже шанс больше что-то сломается, во-вторых, уже пробег на 30-ку больше, и он, типа, дешевле. Если куда-нибудь далеко, знаешь, там с запчастями, допустим, на молодежную отсюда далеко, я беру, типа, вот этого и на нем с кайфом. И... Ну, то есть, грубо говоря, чтобы не крутился пробег на основной тачке, основная цель бывает. Ну, да, короче, как, ну, поджопник. Девчонок, короче, ну, типа, мы приехали, и угар, типа, снимается в этом лифте. Бля, 8 ножей. Прикинь, такие девчонки чисто с пиздатого клуба, вот лифт залетели. Я такой, сейчас, это ремонт пока. Пиздатый. Всем понятно, да, почему мы взяли Сашу героем? Кстати, вот это... так живет лютый, бля, московский перек его. Новая школа. Хоть он и старый. Бля, потом еще сейчас. Почему здравствуйте. 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 Вообще мы да на первый это лифт ехали. Тупит, короче, здесь. Сейчас отъедем. Блять, хотелось не замутить, она с парнем живет. А ты соседка, говоришь? А? Соседка? Да. Да. Короче, вчера я может, ехал... Может, это прораб, подожди, ты тоже вывод сделал? Ну нет, он в найках. По домашнему одет. Но он загорел и в найках. Бля, у него как у Шерлока, понял? Такое сразу проанализировал за секунду. Типа, бля, минус, да, варят нет. Я ехал в сервис, там, ну, это, короче, в сервис просто ехал и специально оделся по-простому, ну, чтобы, короче, в сервисе не разводили, типа. Сука, и как всегда, короче, ну, оделся как бомж, и просто, как всегда, она заходит. И я такой, здрасте. Вот кто скажет, что это, блядь, перекуп, братан? Вот кто, блядь? Вот, блядь, новая школа, нахуй. Миссия Харабы. Какая? Ты же запомнил, Макс, чтобы быть перекупом стало секси? Ну, здесь капот, крыло получается у нее. А у нее сколько на щитке пробег? Блять. Ну, как есть. Можно не, ну, я понял. Да, ну, я сказал, не, ну, вы приехали, время ваше. Цена сразу другая. Я к тому, что, ну, ничего такого, что вы бы мне сразу просто про это сказали. И... Ну, я, кстати, вы фотки скинули. Меня когда просят оценить, я обычно... Ну так, типа, сквозь рукава там смотрю. А потом уже, когда по цене договорились, я уже начал приглядываться, я смотрю, она заматованная просто жестко.
Ну, как бы уже много таких было. Так нормально все по технике, да, у него? Да. Масло сколько там подъедает, не в курсе? Оно, вот видите, смотрите, ну так, просто для интереса, видите, прям сколько масла, вот, ну точнее, это форсунки топлива, прям лужа, короче. Ну, стандартная тачка с пробегом 250, хотя иногда 250 и, ну, реально нормальные попадаются. Короче, я, честно говоря, не знаю, так сходу, конечно, сложно что-то сказать, но мне кажется, ближе к 2,5, типа. Давайте сегодня до вечера, окей, да, по Ауди. Все, спасибо еще раз. А что это, семерку, расскажи. Взял, не взял, что там, по цене? Ну, они, так? Короче, мне говорили, что там пробег, сколько они говорили, 190, а там, короче, он приезжает, ну, 250. Ну, точнее, знаешь, как я смотрю под капот, там шильдик, следующая замена масла, типа, 249 тысяч. Вот, я хотел, короче, предлагать ему 3 миллиона, но так зарядил 2,5. А цена рынка какая? 3,5 старт, но здесь пробег большой. Но она такая отъебанная. А? А что, а окрашена? Ну, капот, ну, короче, херня, нормально. Интересен твой комментарий. Да. С юрлиц, заниженная стоимость. Да. После лизинга. Угу. Что, будешь брать? Я вообще с юрлицем не работаю, практически. Только через каких-то прям проверенных знакомых, друзей, потому что там эти все истории с банкротством, со всеми делами. Вот. Это, вот. Блин, пролетит, потом не вспомнишь вообще, что за машина была и сколько ты заработал. Стандартная тема. Новые BMW X5, X6, X7. Все с лизинга, все на юрлице. Машина стоит 10 миллионов, он ее продает. Он просит в договоре указать 10 тысяч рублей. Я сейчас не прикалываюсь. Да. 10 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, да даже миллион. Ну, естественно, я их не беру, потому что, ну, это просто на ровном месте банкротство, 3 года, у тебя нахер отжимают тачку. Да. Я звоню, машина к вечеру продана. Реально всем вообще похуй. Я смею предположить, что кто-то, знаешь, готов брать эти риски по жизни в целом, кто-то нет. Ну, не то, что, типа, как бы, понятно, что, блин, какая-то большая часть вообще даже не понимает об этих рисках. Но те, кто понимает, ну, извини, перебью, это от тупости, это не от риска. Там, там нет такого, что машина стоит 10 рынок, ее продают за 7. Даже если это есть, то это 100 пудов, как бы, ну, понятно. Ну, я, для меня, вот честно, в целом сегмент дорогих автомобилей, он мне чужд. Самый дорогой, я тебе уже говорил, 4,5 миллиона был Lexus. Я заколебался, в итоге ничего не заработал. Потому что не эксперт, потому что не знал, что дизельные 570-е, 450-е даже, они никому не нужны там, в большинстве регионов. Вот. Не понимал их комплектации, не понимал плюшки, за которые их там ценят и дорого оценивают. Просто купил, думая, что это дешево. В итоге продавал полтора месяца, заработал по-чистому, что-то там 17 тысяч рублей. Я посчитал со всеми расходами. Но заморозил свои деньги все и деньги своего товарища там. Короче, выводы сделал. Бэха Кабрик за 2 ляма была не хуже, я тебе говорю. То есть для выебонов это лучший вариант Бэха в кузове Кабрик. Ну, объективно, короче, я бы, знаешь, я бы для выебонов AMG GT взял бы, Мерс. Именно вот понял, трехдверную купеху. Они тоже 6-7 лямов стоят, но выглядят они, ну, на Патриках разъеб. Бля, я всегда хотел Кабрик взять. Как бы взять, чтобы вот попродавать. Ну, слишком длинная жопа, конечно, у нее прям. И, кстати, что, в чем на Патрике в ней херово, место 2. С кентом девчонок не посадишь. В чем плюс на двухместной гонять? Вот вы познакомились с девчонками. Познакомились, и вы разделяетесь. То есть твой кент на такси едет со второй. Какой ты психолог семейный, я в ахуе просто. Только из-за этого пацанам надо брать каврики двухместные. Бля, слушай, мне, ну, типа, не скажу, что мне тесно здесь. Не-не, ты че, нормально. Бля, вообще нормально. Не, удобно, я удивлен. Я думал, будет пиздец, я еле влезу, еле вылезу. 60, наверное, да? Сейчас скажу, 19-й. Ты 30-ку говоришь, тебя напрягает, да? Ну, да, 80. 225? Ебать, 225 тысяч на этом... Не, это снимай шляпу тогда, блядь. Как она? Ну, она трассовая, чтобы... Вот знаешь, некоторые майбахи там снимают раз в жизни, вот, чтобы ЗАГСа там, знаешь, от дома до ЗАГСа доехать. Ну, реально для них это праздник. А я видел уже, покупал майбахи настолько просто убитые, особенно со светлыми салонами, где пробеги 400-500, они просто мертвые в хлам. Я вообще не понимаю, как людям вот не стрёмно такие подавать. И, короче, год назад
там лот, мне сколько, 18 машин таксишных взял. И, короче, знаешь, вообще не на опыте был. И я как думал, они в пленке? Я думал, если пленка свежая, типа как новенькая, это типа заебись. Угу. А на самом наоборот. Деле надо наоборот, да. И когда у меня просто в ряд стояли 10 солярисов, и типа, ну, приезжали там ребята их покупать, они всегда брали, типа, в заебанной пленке. Я такой, вы что, дураки, что ли? Типа, вот же в новой пленке, типа. Ну, мы вот с Андрюхой тачками занимаемся, и он, короче, их, ну, знаешь, типа, детейлит. Ну, ему да, в кайф да. самому делать. И просто, типа, знаешь, еще 18-й год, ГЛЕ, АМГ, короче. Тогда я занимался дешевыми «Жигулями», но эти курсы актуальны и по сей день для любых автомобилей. Бля, что-то, кстати, гудит, по-моему. Слышишь? Что-то гудит, по-моему. Слышишь? Дергай капот. Бля, реально звук пиздец какой-то. Вот из-под колеса слева идет. Слушай, а рулем покрути. Пропал. Зависит, да, от него? Пропал, пропал. А? Вот. Вот. Ну тут еще, знаешь, был бы насос Гуры, но тут электрорейка как бы. Да ладно, брат, что ты? Просто выкинул. Да ладно, не грузись, все нормально, что ты в натуре? Не, она ж не... Сегодня минус, завтра плюс. Она ж не БМГ. О! Да, пиздец. Ай, бля. Блядь, слушай, ролик или что, блядь? На ролик похоже. Бля, не было причем. Здесь, походу, лям не заработаешь, брат. Там что-то гудеть начало и так далее. Давай на этом посмотрим, сколько денег есть. Ты считал, сколько у тебя средний заработок в процентах или там в абсолюте? Слушай, ну, я тебе так скажу, 200 заработать – это нормально. Да. То есть я машину беру, если 200 есть, то а нормально. А средняя цена автомобиля, который ты берешь, 5, ну, 6, 7, ну, 3? Блин, что-то быстро зажираешься и, грубо говоря, знаешь, если в том году там у нас постоянно там 3 года назад мы купили машину там, за 5 миллионов, ну, за 5, за 6 мы такие, блядь, типа, какая дорогая, типа, стрёмно вообще, в принципе, на ней ехать, и с каждым годом что-то так дороже и дороже, и, ну, типа, сейчас вот это 7, на самом деле, вот нахер мы его взяли, в нем типа, было рублей 300, но 7 лямов, мне кажется, это дохера, типа, из-за 300. Ну, короче, 200-300, это нормально, а там как повезет, типа, ну, может и больше. 200-300, при этом, ну, сейчас ты покупаешь, блядь, смотри, какая бабочка. Бабочка, заебись, не то, что движок, блядь, на Мерсе. И часы Rolex. Второй раз. Ему надо прям в себя прийти, короче. Блин, меня, кстати, это, извини, перебью. У нас, короче, группа, кто там в заварку ходит. Но они, короче, они меня стебут над двумя вещами. Над часами и над пробег, типа, 220. Знаешь, постоянно, когда там в заварку опаздываю, они говорят, что, типа, опоздал, блядь, часы китайские, типа, неправильно показывают, там, такие приколы. 200-300. Это средний доход, при этом цена автомобиля 5-6, да? Угу. Средняя, с которой ты работаешь чаще всего. Угу. А какой самый большой доход был на тачке? И вот, кстати, недавно, кстати, был порядка миллиона было, Бентайга, короче. Кстати, прикольная видели, тема, да. Пригнали ему ее в Питер, ну, по залогу 100 тысяч он там дал. Ну, мы 150 просили, но он сотку дал. То есть он по телефону позвонил, сказал, готов купить, если вы мне ее привезете? Или он ее в Москве осматривал, да. Угу. Короче, он ее еще в кредит оформлял, кредит только в Питере. У вас? Не у нас. А почему типа, ты мне давал доступ, да. Я эту тему продвигал. В итоге просто вот мне позвонило 50 человек, я там сразу твоим не закидывал, ты же мне сказал воздух не гонять. Я просто пробиваю по ФССП, там типа, ну, просто хотят в рассрочку, у которых там куча долгов. Ну, как? Это я понял, но это на самом деле ну, на стороне банка пусть решают, поэтому на будущее кидай, ничего страшного. Да нет, все, ну я точно не буду. Это просто воздух. Вот кто звонят и. Ну, короче, нахер надо, я устал от этого. Так, пацаны, да. Про Rolex в конце вставляйте, чтобы. Не, чтобы не в начале, короче, что. Вот у него это сидело в голове. Он сидит и думает, как эту проблему. Ладно, Rolex. Нет. С 15 минуты. Кто девочка 15 минут есть, смотрит, похуй, типа. Да, да, значит, жена. Почти. Да. Короче, ладно, договор. Да, вообще с кайфом слетали в Питер. Причем там еще, извини, превью, сделка, типа, сложная была. Короче, приезжаем, доки сразу же оформляем, банк переводит. Через салон делали, понял? Угу. Также, ну, проще, типа, через салон.
Банк переводит салону. Салон хер знает, когда переводит тебе. Нам сказали, что день в день, но это они всегда говорят день в день. А, то есть доки же уже договор надо подписать. То есть, ну, разводников же, знаешь, да, таких да. много, типа. Вот, и, ну, мы, короче, прям, так скажем, рискнули. Ну, Андрюха там с ним общался, он говорит, типа, нормально, похуй. Единицу ты поднял, а цена была это Bentley? Что-то брали за 9, продали что-то 9800. Ну, там еще плюс колес туда-сюда, короче. Его, вон там, да. Ну, короче, что-то типа, ну, около миллиона коммуникаций. Ну, за десятку что-то такого мы отдали. Ну-ка, улыбнись, чтобы вспомнить жизнь, задышать полной грудью его. Знаю, что... Вот тебе по кайфу такая жизнь, перекупа? У тебя же вот перекупство — это основная работа. Ну, то есть, у тебя нет там... какого-то, не, ну, понятно, не. Офисной работы нет и каких-то не. Других бизнесов тоже нет. То есть в основном почти все время это либо кайфы, либо перекупство. Как ты сейчас считаешь? Да, конечно, достаточно... конечно, офигенно. Ну, вообще, в чем да. офигенство? Ну, свобода. И я очень получаю удовлетворение от общения с продавцами и покупателями. Но с покупателями, конечно, Андрюха там, но именно с продавцами, знаешь, особенно когда вот такие машины покупаешь, я же еще по регионам частенько езжу. И когда в регион едешь покупать какую-нибудь машину, там, ну, грубо говоря, вот 5 миллионов, ну, люди же там, да, непростые. И пока там машину оформляешь, там они куда-нибудь пригласят, там в Калининград летал, короче, мы ждали, пока он номер на тачке сохранит, сутки, короче, я с ним провел, и он прям вообще с кайфом отвез меня на пляж, а там же голубой флаг ЮНЕСКО, вот эти пляжи, блин, это просто кайф, я даже сейчас рассказываю, у меня мурашки, блин, пошли. Ага. И вот именно каждая встреча с продавцом, со многими же, как вот я сейчас машина 70-80, мне уже свои предлагают, ну, кто мне там, кто-то где-то продавал что-то, на Авито, там, иногда сижу, когда там, ну, надо пристроить суммы, вот, и прям со многими, знаешь, там, в Авито, ой, в этом, в Инстаграме подписываемся, у меня Инстаграм, типа, знаешь, это половина девчонок, с которыми я познакомился, половина чуваки, которым я тачки продал. Люблю старые машины, потому что они дают эмоции. И кажется, я, типа, теперь начинаю любить кабриолеты. Причем, ну, типа, мне кажется, любой кабрик дает примерно одинаковые эмоции. Но это конкретно мне нравится. 25 тысяч пробега реально. Ну, типа, вроде мы ее открыли. У меня было всегда заблуждение, что в кабриолетах, знаешь, весь салон всегда в пыли, там, ну, типа, потому что, за... да нифига, вот, ну, типа, едем, нет такого, что летит у нас все. Скажи, порой садишься в тачку обычную на выкупе, блядь, там, блядь, как будто был кабрик, блядь, всю жизнь с открытым, блядь, верхом, все в дерьме, блядь, и птички насрали тоже. Нормально она и динамику дает. Я уверен, точнее, что он не пиздит. Пацан давно занимается, я его сам знаю 5 лет. Ну, типа, в 18 году мы с ним познакомились. Ну, и он тогда занимался Каенами и так далее. Блядь, вот так подумать, да, за 8 лет сделать с 2 миллионов 30, при этом ты, типа, кайфуешь по жизни. То есть ты хата, там, тусовки, девчонки. То есть это, типа, не 100% экономия, да, по жизни, чтобы заработать там и накопить. Бля, это же кайф. Я же говорил, что перекуп отличается от обычного автовладельца пустым баком. Бля. Посмотри на. Выехали, блин, 10 минут покатались, уже горит. Это классика, братва. Те, кто ездит на пустом баке, на перекупских машинах, а заправляется максимум на 500 рублей, ну, вдруг она вечером уедет, жалко, да? Типа полный бак дарит. Года 3 назад взяли X6, этот N55 движок бензиновый, знаешь, да? Что-то легкое, короче, троение там было, в итоге что-то вложили и уже... Свечи поменяли. Ну и я, короче, свечи, катушки, знаешь, что-то вся херня. Уже клиенты все хотят покупать, чек, короче, загорается. И по вольветронику ошибка, если знаешь, а там, короче, блядь, это... Ну, там знают по-любому. Но... Там знают, блядь. Ну, короче, где-то минус 50 ушли. И все, а так минуса не было. Сколько машин продал, и типа минусов таких нет? С таких... Ну, может, какая-нибудь еще одна была? Не было. Я жестко просто по цене как бы оцениваю. Мне даже иногда стыдно. Висит тачка, там 10 миллионов, предлагаешь 8. 99 тебя нахуй послали, один сказал, приезжай. Ты пишешь просто сообщение в чате, да, типа за 8 отдавай? Ну, это как, ну,
Да. Пиздатый, кстати, тема. Все думают, что такие, как я, пишут сообщения на объявления, а вот, оказывается, еще... Но это, кстати, прикольная тема. Да. Часы у тебя паленые. На Тиндере писарь. И на вторую ты пишешь сообщение. Понятно мне? А так ты, типа, только классифайд. То есть у тебя нет каких-то каналов, типа, а-ля срочный выкуп, я не знаю, там, нет, подвязки в дилере. Срочный выкуп тоже мне еще не нравится. Там одну левоту, мне кажется, предлагают. Ну, не так категорично, но согласись. Угу. Очень, ну, много очень левоты, много, конечно, через, конечно, срочный выкуп. Короче, боус, шильдики клеишь, и у тебя музыка боус. Это, есть еще тема на Амерс, короче, на Ешке бурмистр кругленькие штуки клеит, прикольно. Ну, короче, там же значок бурмистр, он такой, как скрипичный ключ, и он, короче, вот так должен идти, а некоторые не знают, они думают, что там 4 одинаковых сетки, и, типа, иногда левую клеят как на правую, и... А, там зеркально получается, типа, да? Да, да, да. Ну, это, короче, прям классика вот эта тема, такая прикольная. Я так дилер одну машину сдал, она до сих пор продается. И вот этот кривой, типа, скрипичный ключ. Блин, вообще, как бы, я, конечно, честный перекуп, но не знаю, просто, ну, чтобы поугарать, некоторые истории рассказываю, в этом же нет, я думаю, что-то такого, типа. Но если меня спросят, стоит ли бурмистр или нет, я скажу, не стоит. Ну, так, типа, сеточки, знаешь, там, поставить что-то такое. Мне вообще отзывы заебись на Авито. Какие фундаментальные отличия работы в дорогом сегменте от масс-сегмента? Я вообще не называл это дорогим сегментом. Дорогие, но... там по 20, по 30. Это тяжелый. Отличия? Будет. Да хрен знает, мне кажется, просто везде надо порядочным продавцом быть. Такой понял. Не, ну реально, а что, я не знаю, что ответить. Ну смотри, понятно, что надо порядочным, надо работать с клиентом, чтобы клиент тебе начал доверять. Ты правильную вещь сказал о машине, что типа за счет того, что ты начинаешь доверять, даже просто начиная с внешнего вида, там, не знаю, с локации и так далее. Смотри, первая особенность, которую я выделил, это то, что нет, это заблуждение о том, что тачки на там 5+, 10+, приносят там по миллиону каждый. Ну, у всех, кто работает в дешевых сегментах, я, ну, уверен, такое заблуждение есть. Ну да, да, конечно. Второе – это взаиморасчеты. Быть готовым к тому, что надо понимать, какие механизмы есть, чтобы снять деньги, перевести деньги, я не знаю. Ну, короче, типа 10 мультов мало, наверное, привозят чемоданами, да, правильно? Да, все с наликом обычно. Прям с наликом привозят? Да. Тогда я, блядь, неправильно тебя понял. Окей, отменяем. Какие еще есть отличия? Ну, типа, к чему? Что нужно, типа, уметь или быть готовым к тому, что вот ты раньше миллион, а сейчас 5? Или вообще похуй, все одинаково? Вот если, блядь, так, то... Вот реально даже что-то, вот, знаешь, на все вопросы у меня были ответы, а тут я даже... что-то придумать не могу. Мне кажется, просто продажа тачки. Миллион, понятно, продажа там 5 дней, 7 дней, 20 дней. Здесь сколько средний срок? Вот к чему? Когда ты начинаешь нервничать, когда она не продалась? Вот через сколько дней ты начинаешь нервничать, что надо сливать и уходить в деньги? Ты, кстати, говорил минут 15 назад, что типа в премиум сложно продается. На самом деле они охеренно продаются, потому что новых сейчас ничего не купишь. Mm-hmm. И поэтому на них спрос прям хороший. Mm-hmm. Ну, всегда по-разному, ну, типа, наверное, месяц-два. Но когда я такие машины беру, я сразу знаю, что вот просто я их выкидываю на Авито и сижу, кайфую, то и жду. Именно, знаешь, вот с таким бюджетом можно там машин 5 купил, потихоньку там одна в неделю там все равно продается. И непонятно какая. Ну, не знаю, наверное, месяца два. Да и то даже есть 2 месяца, вообще похер, mm-hmm. продастся. Ну, mm-hmm. вот. Они сейчас стоят. Мерс и Каен, они что-то застоялись. То есть, грубо говоря, срок продаж до 2 месяцев – это норма. Дальше уже... Ну, месяц, надо... месяц нормально, да. Ну, бывает, и за один день там забирают. Ну вот, когда в 2021 году я купил, первый раз столкнулся с такси. Ну, типа, знаешь, каждый перекуп хочет, у него мечта, типа, оптом, да, тачки, ну, да. лотами скупать. Все об этом, мне кажется, мечтают. И я, короче, купил 17 таксишек. Все после лизинговой, ну, чтобы ты понимал, после лизинговой они вот стоят, короче, под мостом, все пыльные, у всех типа колеса, короче, аккумуляторы, типа, ну, просто жесть. И все лето я просто просрал на эти тачки. Слоты 17 машин, прибыль была где-то лям 200, ну, как бы бабки, да? Ну, да. У меня, короче, автовозом все эти 17 машин
разгрузили, приехали два автовоза, разгрузили типа во дворах. Короче, просто все дворы в такси, через две недели все дворы типа в шлагбаумах. Но зато, видишь, какое доброе дело сделали. Люди наконец-таки собрались и скинулись на шлагбаумы, если бы не твои два автовоза. Доброе дело они бы сделали, если бы им мне ключ дали. Я просто вспоминаю, скольким девчонкам я говорил, что типа Rolex'а оригинал. И сколько из них посмотрит это видео, всех вспоминаю, и которые, знаешь, будут мне звонить, которые мне позвонят, такие: Саша, пидарас. Кстати, ну еще респект тут соседям, потому что Андрюха, ну тут сам, машины моем, и, ну типа, знаешь, вот эта движуха с тачками же не всем понравится. А бывает, короче, когда приезжают клиенты, а там, знаешь, многие любят там за тачкой, на трех тачках подъезжают. И тут, короче, ну у нас Кавказ половину покупает, они просто приезжают тут. Короче, крузаки всякие, знаешь, тут черные затонированные машины. Ну, сейчас еще машин мало, у нас тут забито, там забито, еще с эти приехали. И, короче, просто тут такая сходка. Еще газуют, наверное, типа проверить, как она едет. Да, да, вот это, кстати, постоянная тема бывает такое. И, ну, иногда там, я не знаю, молодцы, что там не, ну, не вызывают там ни службы там. Ну, короче, реально такой прикол был, что куча машин, куча бородатых людей, и они думают, блядь, чем мы тут занимаемся. Я, кстати, на самомойках тачки мою. Моешь? Сам. Бля, вообще не понимаю тему с самомойкой. Слушай, ну, блядь, ну ты, ёпта, в Форте. Да? Понимаешь. Нет, не в этом я. Ну, типа, слушай, плане... смотри. Она грязная все равно. Нет, всегда. Нет, стой. На самомой это в смысле, у меня с собой рюкзак постоянно, типа губка, тряпка. О-о-о. Сначала водой, потом пеной и водой. Да, можно. Бля, подожди, то есть ты, грубо говоря, работаешь 30 миллионами в обороте? Да, я и самому. Возишь с собой сумку, блядь, с губкой, тряпкой. Бля, я в перекресток хожу и по акции покупаю. Это типа просто для... кайф тебе доставляет, или ты типа экономишь на этом? Не, ну не кайф, но, блин, просто мойка, типа вот джип 800 рублей. Ну, погода у нас такая, что ты помыл, выехал, и она у тебя снова грязная. А типа. Сама мойка сколько стоит? Ну, вообще, вот, если на продажу, допустим, там до 100 рублей помыть. А так вот Cayenne, ну, 150-200, типа, помыть. То есть, ну, типа... Ну, мне прям, знаешь, мне, типа, вот, как-то 800 рублей за кузов ковры просто несколько раз в неделю. Ну, я не знаю, я вот... Можно выйти из... Короче, отмена, блядь, нихуя он не новая школа. Можно, блядь, такой же барыга, как и, блядь, все, блядь, на 99%. Можно уехать из Выхина, но Выхина из тебя не уедет. Я на Выхина еще родился. Это очень смешно, в реке реально ездить. Короче, чтобы пятихатку сэкономить. А, бля, губки, а твое время? А силы нет, твои? Кстати, еще, ну, время ладно, еще там. Кстати, наоборот, я всегда на мойке приезжал. Во-первых, они моют полчаса, ну так вот, а я минут за 15, сам за 10. Очереди постоянно, кстати, в этом еще огромный плюс. А на самомойку ты заехал, и все, с кайфом. Крутил пробеги? Да, когда таксишками занимался. Там, короче, реально, вот знаешь, когда дешево продаешь, блин, народ реально тупой. Вот ты по низу рынка продаешь, ну вот Фокус, допустим, в частности, там такси, 5 лет в такси, ну понятно, что там родной пробег 300. Но по базе, типа, можно подогнать под 150. Ну, я, короче, ну, крутил. Но это вот, ну, с бизнес-классом никогда не делал, но вот с таксишками, ну, реально было такое, что меня заколебали вот эти люди, которые наивные. Типа, родной ставишь, там очень дешево, типа, и они... Типа, нет, мы 300 не будем брать, мы по низу думаем, что у вас сотка. И, короче, было, знаешь, база чистая. Там понятно, что если кто-то, ну, типа, спрашивал, типа, что там, пробег крутил, конечно, я скажу, ну, блядь. Ну, короче, было пару случаев, вот именно на таксишках. Ну, вот в 21-м году, когда вот такси занимался. На дорогих вообще нет. Ну, чисто в такси, потому что... Там люди хотят верить. Нет, люди хотят сами верить в этот пробег. Ну, все. Да тут сейчас особо в Cayenne, вот, ну, могу ошибаться, по-моему, вообще не крутится пробег. Так-то тут уже 60 подавно было. Да, нет, а что сейчас реально везде базы, вот эти дилерские ТОшки, типа, ну сейчас реально особо и не скрутишь. Все уже везде есть. Рынок прозрачнее стал, да, благодаря автотеке и сервису. Да. Вопрос такой, что нужно поменять перекупам, чтобы к ним относились по-нормальному?
отзывы на Авито. Не, кстати, вот я уже раза три сегодня сказал, что Авито классная тема с отзывами и со всем. Даже что-нибудь, знаешь, какую-нибудь мелочь на Авито покупаешь, одно дело аккаунт зарегистрирован вчера, да, и свежее объявление, и другое дело аккаунту 10 лет, и там отзывы. Авито вот просто без респекта. Такое ощущение, что какой-то, знаешь, типа пафосный ролик там, блядь, типа, ну здесь? Знаешь, как, ну, зачем? Типа, нет, ну... Не, а цели нет, на самом деле, ну, типа, смотри, цель ролика какая, давай я там скажу это в камеру, показать, во-первых, опыт пацанов, которые типа двигаются в сегменте, в котором мало двигаются из перекупов, чтобы можно было через там твои какие-то жизненные ситуации понять, а стоит ли мне туда идти или нет. Это первое. Второе, мне как бы цель вторая. У нас, я же сказал об этом в ролике, что типа быть перекупом стало секси. Ну типа вот как образ, как стиль жизни. Ну типа вот оно откликается тебе по твоему образу. Мне кажется, вот когда мы внутри Хараба эту историю приняли, типа как сделать так, чтобы перекупом, ну реально было по кайфу быть. И не стыдно быть. У меня, блядь, образ, ну, типа, твой в голове возник. Поэтому я и пацанам предложил, блядь, Саша, кажется, отвечает этой миссии. Yeah. Спасибо тебе за уделенное время. На самом деле, надеюсь, нашему зрителю зашел наш контент. Мы там порежем, про часы вперед выставим. Про все, что тебя, это, знаешь, в течение дня расстраивало. Надеюсь, и тебе понравился этот опыт. Я знаю, что ты не медийный, вообще, в принципе, как бы, ну так, не сильно. Только старовер, перекуп-старовер. Перекуп-старовер. Ты, я уверен, продолжишь заниматься тачками, потому что я был удивлен, что уже 10 лет больше ты занимаешься. Я не знаю, Макс, чем закончить? Тараканы, ну, кстати, вымрут, перекупы давай останутся. Да, тараканы вымрут, перекупы останутся. Скажи, пожалуйста, что мы подарим нашим зрителям? И вообще будем что-нибудь дарить? От нас, Саши. Мы его сейчас подписали, получается, на ход на гибель. 1000 лайков набираем. С нас один день на лютом. Каком? Ну-ка, блядь, не Хуракана, ну его нахуй там, они 120 косарей стоят. Слушай, на кстати... На Каене или на Эсэле? День от нас. Просто покататься. Да, конечно. Пацанам. СЛ, купе, кабриолет. Все, короче, делаем красиво. Сейчас, я хочу Гаджи тоже передать респект за видео. И парням Макс, Никита целый день с нами возились. Всем спасибо, было круто. Надеюсь, кто-то что-то почерпнет из этого видео. Да, я уверен. Короче, он тему сводит. 1000 лайков. И всех, кто пропишет, напишет комментарий, выберем рандомно чувака, который в Москве один день будет просто весь день на Патриках рассекать на кабрике, СЛ-ке. За наш счет. Поэтому спасибо, Саня, за уделенное время. Все, всем пока. Надеюсь, было интересно, полезно. Саша не медийный, не популярный блогер, перекуп и так далее, но при этом наш с вами трушный пацан, трушный перекуп, показывает свой бизнес, свою работу, свою жизнь. Надеюсь, вы посмотрели с удовольствием и какие-то правильные советы взяли на вооружение. Всем пока. Ставьте вот эти все перекупские, блогерские темы. Погнали.